Всем привет, друзья, вы на канале Bob GTX. Сейчас, ребята, я вам покажу то, что разработчики написали 3 часа назад. Это уже касается Нового года. И то, что они нам подарят под Новый год, это будет что-то самое крутое, наверное, из подарков. Потому что до этого были подарки в 2000 спинов, а теперь будет еще и рилкоины. Плюс покажу, что разработчики анонсировали или показали нам, получается, Shinobi Life 3. Если интересно, обязательно поставь лайкос. И погнали. Итак, ребята, без воды, все по фактам. Смотрите, сообщение от Real Games. Один спин равно 60 лайков. Как я и говорил до этого, то они сделают меньше, чтобы было где-то примерно 1000 спинов, 1200 спинов, потому что 2000 типа очень много. Было 30 лайков, теперь 60 лайков. Но это ничего страшного, потому что один Real Coin — это 2 лайка. Ребят, и что у нас на сегодняшний момент? Смотрите, 8300 лайков уже есть, и я сейчас тоже пролайкаю, конечно же. Разделить на 2 лайка. Ребят, мы уже заработали 4000 релкоинов, и мы заработали, ну, конечно, по 8300 разделить. И 138 спинов буквально за 3 часа. Я думаю, что релкоинов будет много, потому что... мы заработали на прошлом посте, сейчас я вам скажу сколько, быстренько, 63 тысячи лайка. Считаем релкоины, спины меня не интересуют, разделим на 2. Это получается всего лишь 31 тысяча, что разработчики, это мало. Ну, пускай у нас даже будет 100 тысяч лайков, нам дадут всего лишь там 50 тысяч релкоинов. Даже на никакой блудвай не хватит, что-то они как-то, блин, слабо. Лучше бы один релкоин, один лайк. Вот это хотя бы было бы 1060 лайков, 1060 было бы релкоинов. Ну, будем следить за этим постом, ребят, потому что очень интересно, сколько мы заработаем до 24 декабря. Пишите, кстати, комментарии, что вы думаете по поводу 1 релкоин, 2 лайка. Много это или мало, потому что я считаю, что это маловато. Ну, посмотрим. Идем дальше. И, ребята, разработчики CarryVross вот выложил Shinobi Life 3 New Graphic. Короче, или это обновление этой графики, что у нас есть, или это будет какой-то Shinobi Life 3. Только смотрите, какие-то ринги. Здесь играет Морган. Короче, я не знаю, что это за ролик, что он означает. Тоже, ребята, пишите в комментариях свое мнение, потому что, блин, очень интересно, что же это все значит. Shinobi Life 3, да, смотрите. Ну и курица, легендарная курица, постоянно везде бегает. Не знаю, что бы это значило. Ваши мысли все в комментариях должны быть по поводу этих двух новостей. Если вам понравились новости, обязательно с вас лайк, подписка. На сегодня все, всем удачи, всем пока.